Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас Kia Rio. Автомобиль приехал на шумоизоляцию 4 дверей. Вот двери разобрали. Поверхность подготавливаем, проклейки, все, обезжирим. Ну, так выглядит штатная шумоизоляция по Kia. Полоска вибра. Нижней секции двери и верх абсолютно пустой. Можно сказать, практически ничего нет. И по задней двери, ну, то же самое, полоска вибра, под колонкой ни одного кусочка, вверху двери то же самое, ничего нет. Проклеим, будет комфортно, начинаем работу.